Всем привет! С вами Тоня, и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам показать один из антуриумов, который живет в моей коллекции. Этот антуриум называется сорт Baby Orange. Это компактный сорт антуриума. Уже само название Baby говорит о его компактности. Я его специально вынесла на улицу, чтобы вы полюбовались, как он смотрится при естественном дневном освещении. Его покрывало ярко-оранжевого цвета. Имеет четкий рисунок. У него интересные листики, заостренные, треугольной формы, кожистые, плотные, в меру раскидистые. Мой антуриум Baby Orange сейчас готовится к очередному цветению. Выпускает новый бутон. Сорт компактный. В данный момент мой антуриум достиг размера примерно 23-25 сантиметров. Достигает до 30-40 сантиметров. Это компактный сорт. Растет он у меня в грунте, который я составляю сама. Хочу сейчас вам показать, как хорошо развивается корневая система. Посмотрите на корни. Это воздушные корни он еще выпускает. Поднялся ветер, я занесла антуриум обратно домой. Теперь я покажу, как антуриум смотрится в интерьере. Компактный, повторюсь. Еще не до конца открыл свое покрывало. Сейчас я покажу, какого размера будет покрывало. Вот примерно 7 сантиметров. Небольшое. Уход за взрослым антуриумом Baby Orange несложный. Главное подобрать правильно грунт. Теплое время опрыскивать по листу дистиллированной теплой водой. Либо водой отфильтрованной или отстойной 3-4 дня. Сразу после того, как вы набираете обычную воду из-под крана, опрыскивать нельзя, так как на антуриуме останутся некрасивые разводы белые от солей. Также ему вредит хлор. Когда вода будет отстойна, то пятна не остаются. В идеале, конечно, опрыскать дистиллированной водой. Но не всегда есть такая возможность. Удобряю я антуриум сейчас при каждом поливе слабым раствором удобрения. Удобрение развожу в 2-3 раза меньше, чем по инструкции. Удобряю только минеральными удобрениями. Антуриум не любит, когда опрыскивают именно его покрывало, и чтобы вода попадала на цветок. Это считается цветок антуриума. Антуриум Baby Orange гармонично развивается при несложном, в принципе, уходе. Благодарит своей красотой.
А я благодарю вас, мои дорогие зрители, за то, что вы остаетесь со мной, за то, что вы меня поддерживаете. Пишите мне дельные советы в комментариях. Давайте дружить. Всех люблю. Всем пока.